Аладдин — это одна из тех историй, которые заходят в тебя, и ты уже не понимаешь, откуда тебе известны слова песен. Ты их просто знаешь. Аладдин — это поистине классика Дисней. Было весело, было интересно. Аладдин! Нам грозит опасность. Если ты попадешься. Аладдин! Мы пытались не отходить от оригинала, но мы также хотели привнести что-то новое. И так замечательно, что Алан Менкен, гениальный композитор классических песен, также был приглашен на этот фильм. Я уверен, все полюбят эту удивительную музыку. Это была настоящая феерия. Нет, правда. Пора. Нам, актерам, было комфортно во время съемок. Ты правда не знаешь, кто я? А порой было безумно весело. Уилл зажигает весь фильм. Он смешной. Тут я тебе не судья. Он харизматичен. Ковер! Слышал, что сказал мальчишка? Он потрясный. Можете хлопать. Красавец принц хочет на вас жениться. О, как тяжела эта жизнь. В нашем фильме есть новая героиня. Далия. Я играю Далию, лучшую подругу Жасмин. Мы с Наоми сразу сдружились. С ней было ужасно весело. Мы просто рыдали от смеха между дублями. На съемках было весело. Вообще очень немного таких фильмов с песнями, танцами, драмой, комедией и с атмосферой, в которой тебе приятно работать каждый день. Дисней представляет. Пора мне рассказать вам историю. Об Аладдине, о принцессе и о лампе. Дисней представляет. Тебе выпал уникальный шанс. Начни же новую жизнь. Итак, твое желание? Она принцесса. Отойди, мне нужно пространство. Дисней представляет. Агроба, какая она красивая. Порой надо просто рискнуть. Ты веришь мне? Аладдин. И обезьянка. Позже с ней надо будет что-то решать. В кино с 23 мая.